В гробовой тишине выносят портреты и награды погибшего на орденских подушках, так положено на церемонии военных похорон с почестями. Майор Владимир Чупин, начальник боевой подготовки батальона охраны, трагически погиб на учениях, закрыв своим телом солдата-срочника. Военнослужащий держал в руке гранату, она у него сорвалась, из рук выскользнула. Он не стал долго раздумывать, Владимир Юрьевич, оттолкнул бойца и закрыл своим телом гранату. У него было всего 3 секунды, и за этот миг офицер сделал выбор между своей жизнью и чужой. У солдата ни единой царапины. На его подвиги, на его самопожертвование будет воспитано еще не одно поколение офицеров российской армии. Владимир Чупин где только не служил. Урал, Сибирь, Подмосковье, воевал в Чечне, участвовал в освобождении заложников на Дубровке. Боевой офицер. В последние годы он занимался подготовкой новобранцев. Принимал участие во всех учениях, во всех боевых гранатометаниях, стрельбах. Он был очень мужественным человеком, ответственным, храбрым. И этот поступок, который он совершил, это очень говорит о человеке многое. У него остались жена и 3 детей. Он понимал, что он отвечает за каждого бойца. И это вообще не вопрос, как говорится, отдать жизнь был для него. Это такой человек, по-другому просто не мог уйти. Командование представило майора Чупина к государственной награде посмертно.